Всем здравствуйте! Сегодня мы рассмотрим, как устроен усилитель от киноаппарата. Мне попалось это устройство случайно. Мне его отдал друг со словами: не знаю, что это такое, вот тебе на разборку. Я тоже долго искал, что это, пока в конце концов оно не попалось мне в интернете. Это усилитель от кинопроектора «Школьник», которым комплектовали школы, который преобразует звук в звук, сигнал звуковой дорожки, который в самом аппарате записан на кинопленку. То есть свет проходит через звуковую дорожку кинопленки, попадает в этот аппарат и преобразуется в звук. Ну что ж, давайте посмотрим, что там внутри. Снаружи у него органы управления, регулятор громкости, регулятор тон, предохранитель. И индикаторная лампа наличия накала. Сбоку есть такой лючок, в котором мы видим лампы. Позже я их перечислю. Для интересующихся схема будет указана в конце видео. Достаточно простая, как и вся ламповая аппаратура. Есть такая подставочка, в которой он фиксируется. Сам киноаппарат ставился сверху и крепился на вот два точки крепления. Также здесь сверху находится окошко, которое открывается, и там внутри открывается вид на фотоэлектронный умножитель, приемник светового сигнала. Аппарат 74-го года ориентировочного выпуска. Еще был рассчитан на 110 вольт. Вот так он открывается. Что же мы видим внутри? Сам блок ламп фотоэлектронного умножителя. Такой он.
Также здесь находятся лампы C5S. Это двуханодный кинотрон, то есть два диода ламповых внутри одной лампы. 6P6S, вот этот вот, это лучевой тетрод. 6N2P, сдвоенный триод, который осуществляет усиление сигнала. Дальше. Находится, мы видим, электролитические конденсаторы К5012, селеновый выпрямитель, трансформатор питания, анодный. Усилить трансформатор выходной звуковой и дроссель. Сейчас посмотрим, что у него с другой стороны шасси под низом. Вот так это дело снимается. И здесь мы видим саму оставшуюся часть усилителя и разъемы питания. Сделано добротно, красиво, аккуратно. В наше время он может пригодиться для того, чтобы сделать на базе данного усилителя комбик для гитары или просто ламповый усилитель, немножко переделав схему для более качественного звука. Вот такая вот интересная штука. Хочу заметить, что мне достался аппарат абсолютно новым. Его ни разу не включали. Он пылился в кабинете физики школьном и был списан за давностью лет и за ненадобностью. Всем спасибо за просмотр. До свидания.